Почти три месяца затишья и удары с новой силой. Ковид в Приднестровье. Уже полгода мы боремся с инфекцией. Еще в начале августа казалось, мы побеждаем, вирус отступает. В сутки не больше 10 зараженных. Были даже дни без заболевших. И вот вовсю разбушевалась вторая волна. Только мощность в 10 раз больше. Накануне плюс 92. Сегодня новые смерти. От осложнений короны умерли 3 человека. Ситуация неблагополучная. Для сравнения, всего от осложнений короны умерли 95 человек. И это за 6 месяцев, а тут порядка 100 заболевает за день. С короноскоростью мы приближаемся к 4000. В ковид-госпитале в сутки поступает больше пациентов, чем выздоравливает. Итог. Слободейский корона-центр заполнен. Вместо 100 активных случаев больше 1000. Так изменилась статистика всего за полтора месяца. А что у соседей? Молдова утопает в ковид-цунами. Накануне новый антирекорд – 1013 случаев заражения. Только в Кишиневе 461 новый заболевший. Такого не было с начала эпидемии. Всего в Молдове более 53 тысяч зараженных.